Среди регионов Казахстана Западный Казахстан, в том числе Мангистауская область, выделяется многообразием мемориально-культовых комплексов некрополей, на которых сосредоточены великолепные образцы народного зодчества и камнерезного искусства из местных материалов – известняка и песчаника. Неповторимая живописность и своеобразие этих памятников объясняются во многом их связью с ландшафтом. Характерная особенность некрополей – концентрация на сравнительно небольшой территории большого числа разнообразных типов памятников. Это подземные мечети, мавзолеи, саганатамы, ограды, ящики-саркофаги, малые формы архитектуры, кулпытасы, койтасы, одиночно стоящие и так называемые композитные, когда на погребении устанавливаются 2 или 3 памятника. Например, у западного фасада мавзолея может быть установлен кулпытас, или у ограды или внутри нее кулпытас и койтас. Всего на некрополях Мангистауской области выявлено до 18 типов надгробий. Особенностью формирования комплексов Мангистауской области является их связь с местными почитаемыми суфиями-отшельниками. Они являются святыми, аулие, а некрополи – местами паломничества. Этим вызвано и наличие на некрополях мечетей, в том числе такого редко встречающегося на территории Казахстана типа культовой архитектуры, как подземные мечети. Один из ранних культово-погребальных комплексов Мангистауской области – Краман-Ата, связан с циклом преданий о потомках Шопанаты, легендарного пастуха, единственного из послушников Ахмеда Ясави. Некрополь Краман-Ата находится в восточной части полуострова Тюб-Караган, в 40 километрах юго-восточнее районного центра Мангистауского района города Шетпе, в 10 километрах от села Беке, на пологих склонах невысокой возвышенности. Некрополь датируется IX-X веками и занимает площадь 4 гектара. На его территории находятся подземная мечеть, могила Краман-Аты, комплекс Агуза-Туркменских надгробий и казахских памятников XIII-XIX веков, мавзолеи, сагатамы, кулпытасы, койтасы и так далее.